Доброго утра всем. 7:25. Все уже поехали. Сижу, мне всех повез. Я, в общем-то, вчера закончился влог тем, что я приехала с карате и сразу же легла спать. Мне очень, не знаю, так болела голова резко почему-то. Она стала болеть, и я не стала пить никакую таблетку. Просто легла спать, и, получается, до утра проспала. И вот сейчас проснулась, буду завтракать. Делала себе большую кружку кофе с молоком. Сейчас тостики мои жарятся. Буду со сливочным маслом и с помидоркой делать. И все, буду завтракать. Голос у меня какой-то, не знаю почему. Из-за того, что, может быть, так долго спала. Какой-то вообще... Вот. Хотя ничего не болит, ни горло не болит, ничего. Ну, в общем, ладно, сейчас попью горячий кофе. Будем, как всегда, заниматься делами. Мой завтрак, тосты с маслом, порезала розовый помидорчик и большая кружка кофе. Так, все, я позавтракала, пока Фунька спит, сейчас сяду, смонтирую видео, потому что вчера я этим даже не занималась, а потом продолжим дальше. Кто такой, сына? Ага, добаловал? Здесь это не нужно делать, у тебя есть специальная досточка, пошли. В общем, в комнате я убралась, теперь у меня уборка на кухне. Заложила я уже посудомойку, сейчас все, что... Я не заложила, помою. Вытру везде со стола. Вот родители уже приехали, купили на опте картошку молодую. Уже это местная, по 80 рублей за килограмм. Дедушка картошечки нам купил, да? Да, у нас в люксе продается по 125, молодая, но желтая, не белая, не красная. Хлеб. Нет, хлеб деда не покупал. Так, сейчас, в общем, наводим порядок и готовим борщ, да? Так, мясо у нас уже сварилось. У нас здесь была вот такая вот косточка небольшая. И чуть-чуть на ней мяско. Мы все его тоже порежем, кинем в борщик с Афанасием. Здесь я уже процедила бульон, помыла кастрюлю. И сюда его опять вылила. Картошку добавили вариться. Афанасий помогает резать морковочку, да, сынок? Режешь? Вот так ты режешь быстренько. Афаня просто любит кушать морковку. Я тоже режу морковку. Здесь у нас еще свекла, лук, капусту. Вот только вот такую вот маленькую старую мы нашли. Поэтому сегодня борщ с капустой. Еще томатика добавим. И потом пойдем в путешествие по хутору за зеленью. Да? У нас укроп с одной стороны растет. А мой ножичек оставьте, пожалуйста. Петрушка с другой стороны. Зеленый лук с третьей. В общем, будет у нас путешествие... Лук вот здесь лежит, ждет, лук попозже. А вот еще бабуля нам принесла молодой чесночок, уже вот такой вот вырос. Тоже в борщик, либо в прикуску можно кушать, помою его, только сейчас я обчищу. Ну что, идем на улицу, Афоня уже пошел с бабушкой и с дедушкой. Я сейчас тоже выхожу, борщ доварила, там все помыла, все досточки, все мисочки. Вот сейчас пойдем косить. Афоня будет играть, а я покашу траву. Ну, начну, по крайней мере, потому что после дождей все наросло очень. Пойдем провожать? А куда ты за рулем? Все, Афоня за рулем. 4 клубнички. Ага, пошли клубничку пошли найдем. Да? Да, и папа нам привез. Здорово. Все, маши пока. Ага. Пошли найдем, да? Привет. Даша в школу, да? Да, Даша в школу. Мы идем искать клубничку, да? Да. Ну как? Нормально? Да, вот одну Афоня нашел красненькую. Так, все, у нас обед. Борщ с мясом. Зоя с пирожком, да? Зоя с пирожком. Привет, Заянь. Вот сейчас вот час дня. Тучки то заходят, то выходят. Непонятная опять погода, но солнышко вроде бы ничего так светит. Я сейчас только начинаю косить. Достала тут свою косилку. Буду начинать потом газончик покашу. Вот этот вот наш рулонный. И пока начну вот здесь вот с детской площадки. Уже себе сюда переноску принесла, так что сейчас буду тут косить. Так, покосила я. Ну, газон еще этот не косила. Вот здесь вот
половину, получается, потому что здесь были заросли возле собачки очень. Три тачки я уже травы вывезла. На кучу некому нам ее давать. Ну вот, на детской площадке здесь все тоже покосило. Вот мой этот мэр, который мне помогает. И вот кучка детских игрушек. А вот еще не кошеная трава. То есть все вот такое вот. А потом все красивое и зеленое. Так что пошла сейчас воды попью, кепку одену, потому что гляньте, какое солнце стало светить ярко, несмотря на то, что тучки. Иногда его закрывают, но надо одеть что-то, какую-то панамку. Так, все, вот в такой вот шапочке я сейчас пойду докашивать. А Григорий заснул, представляете, учил уроки, бедный ребенок и заснул. Так что тихонечко проверила, что там мои дети, а Фоника тоже спит, а я пошла косить. Это что за помощник у тебя, бабуля? Герой? Ты корешки обрезаешься? Молодец, все обрезал, вытер. Все правильно, все да? Все сделал. Девушка же ему показал как. Все по технологии, да? Угу. Обрезай-то ножничками надо. О, какой смешной. А мы сюда теперь перешли, да, сынок? Там уже шпинат связали, тут сейчас будем щавель. Мама! Тебе надо? Вот сейчас мы только начали. Вот тебе девушка дает палочки, ты их режь. Листики тебе? Да. Сейчас будем давать тебе и листики. Поехал. Кто туда поехал? Да еще не пока, сына. Мы просто сейчас почистим картошку и придем. Деда, гаду! Ты придешь, да, пошли. Только не кричи, Гриша спит, хорошо? Так, ну что, молодая картошечка варится. Я ее чистила, знаете, чем? Вот этой железной терочкой для кастрюли, которая вот такой вот. Вот она. В раковину сейчас все вымою. И все, сейчас делаю салатик со шпинатом, помидоры, огурцы. Так, все, молодая картошечка готова. Салатик я сделала. Тут прям огромная доза шпината. И рыбка. Две селедки Сержиня купил. Сидите там у Даши, да? А Антошка там не сидит? Не знаю. Стоял, то дулся, то еще что-то. Может, где-то, может, Саша играет. Ну, это любит Саша. Это сейчас я пойду всех проверю. Фоня. Фоня. Даша, я тоже так же играю, как и вы. Нет, сейчас просто ветер. Сейчас неудобно играть. Да, дедушка приехал до Даши. Я знаю, он же любовь к этому вкусу. О, деда, у нас уже смеркалось, что называется, темнеет. Сейчас еще хочу дорвать. В общем, у меня сегодня целый день кошения травы. Сейчас еще дорву вот эту вот, которую не покосить возле дорожки. И все. Белье уже поснимала, так что дети уже зашли. Что-то ветерочек у нас начался, поэтому перчатки, кстати, стала одевать. Не знаю, старею, наверное, стала беречь свои руки. Вот, так что теперь работаю в перчатках. Ну, правда, видно, что они рабочие, но на самом деле очень такие красивенькие. Поднимающие настроение. И хочется прямо одевать почаще. И стираю их тоже довольно часто. Но так как сегодня прям у меня прям субботник-субботник во дворе, покосила везде. Здесь вообще здорово смотрится, когда все свежескошено. Вот. Я люблю, когда прям покошенная трава на площадке здесь у деток. Тут вот какая-то Марсика подруга приходит доедать его корм. Представляете? For all the times that you ain't on my parade, and all
all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well, I ain't.